Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Max Payne. И на сегодня у нас глава 5, это страна слепых. Итак, в прошлой серии мы убили того человека, который убил Алекса. Это был наш осведомитель, напарник. И мы его взяли, да убили. Потом с нами связался этот мужик, который назвался Альфред Уоден. Познакомил меня с каким-то малый круг. Скорее всего, как я понимаю, это люди из высшего состава города или страны. Самые влиятельные люди США, да? И сказали, что ему, точнее, кругу, нужно убить эту девку, Хорн. Ну, короче, если что, как дополнительная информация в комиксе. Просто мужик сказал, что нужно ее убить, мы убьем. Правда, ее люди тоже его убили. Также мы узнали, что все наши предположения по Валькирину подтвердились. Это было оружием, что проект свернули. А этот мужик, оказывается, стоял в начале разработки. Еще в те времена, когда это было оружие. Все, поехали. Выбежала. Нужно выбраться отсюда. Нужно выбраться из этого здания и... Так, все, не надо. Патроны. Закрыто. Лазер там бегает. Чего говоришь? А, не получится. Лучше так пробежать. Так. Посторонний. Меня пригласили вообще-то. В отличие от вас. В отличие от вас, меня пригласили. Открывайте. Прикрой меня, я вхожу. Окей, еще. Прикрой меня, я вхожу. Да блин, попасть нужно. Прикрой меня, я вхожу. О, молодцы. Попали. Еще раз. Топ, ты издеваешься, а? Во, теперь молодцы.
Так, а ладно, что у нас тут есть-то? Внезапно труп Уодена ожил и самодовольно оглядел своих мертвых товарищей. В стране слепых и кривой король. Я не знаю, как ему это удалось, но это был блестящий способ забрать назад все обещания. Большая часть того, что он говорил, слишком походила на правду, чтобы быть пустой болтовней. А не, одноглазый-то выжил. Мужик выжил. Так что его со счетов не бросаем. Тревога! Ой, блин. Сохранились. Нам куда идти нужно? Это у нас закрыто. Это закрыто, получается, одна и единственная дверь. Пристрелить! Ну и что-то сделал. Я же отпрыгнул. Куда больше эффект был бы, если ты гранату бросил бы. Намного круче было бы. Ну, здравствуйте, сейчас три. А! Я тут считаю тут цифры эти. Не-не. Будем стоять вот здесь вот. Сохранились. Успели, успели. Вот и все. Добили его. Это у нас закрыто. Также я забыл упомянуть. Они сказали, что если мы убьем эту девку, то он снимет с нас все обвинения. Ну, точнее, он сделает так, чтобы снять. Вражеская атака! Так что... Тревога! Посторонние на базе! Это можно попробовать. И тогда у нас с ментами проблем не будет. Враждебный контакт. На, нормально мы его отбросили. Вообще хорошая винтовка. Да блин, гранату закидали тут. Ой, здрасте. Не-не, загрузи. Сохранились. Ладно, окей, пошли вниз. Там у нас аптечка была вроде. Вот ее и возьмем пока. Так, давай-ка. Вот так вот. Все. Пошли дальше. На. Так, сохранились.
Три. Внизу три, два. Три было. Здесь два. Подожди-ка. А, нет, все правильно. Один, два. Просто это показывает. Где лифт на данный момент находится. Так, офис какой-то. Что за офис? Так, боеприпасы. О! Да ладно. Не хочешь, что ли? Если так сделаем. Так, возьми пистолеты. Сохранится только. Не, это плохая идея. Это идея плохая. Ну окей, что делать тогда? Перепрыгивать ее, что ли? Можно? Ай, берета, берета. Банальнейшую херню не можешь проделать. Просто взять и голову не можешь пробить. О чем я и говорю? Че, сам себя что ли взорвал? Че я там такое передают? А что вы ответите тем, кто утверждает, что Макс делает то, что то, чем давно следовало заняться полиции? Это идиотская вендетта, на мой взгляд, зашла слишком далеко. Он вышел из-под контроля, его надо остановить, и мы его остановим. Это был старший инспектор Джим Бравура. Сохранились. Нас продолжает искать. Искать продолжают. А, дурачок. Сохранились. И стрелять они тоже не умеют. Сохранились. Так, окей, еще раз. А, вот телек. Похоже, ничто не способно остановить стремительный взлет Айзер Корпорейшн. Удивительно, но ее акции растут с каждой минутой. Эксперты видят в росте компании дурной знак. Некоторые даже утверждают, что Айзер Корпорейшн может стать еще более крупным монополием, чем...
чем что-то еще. Так, и тут еще что-то есть. Че это такое? Уоден с военной скруплезностью позаботился о том, чтобы снабдить меня всеми необходимыми материалами. На плане главное помещение штаб-квартиры Айзер Корпорейшн были обведены красным. Офис президента находился в предпоследнем этаже здания, как раз под пентхаусом, где она жила. Лифты находились под управлением компьютера службы безопасности, подключенного к основному блоку, расположенному в подвалах. Небоскреб был защищен от вторжения не хуже какой-нибудь крепости из фантастического романа. Он нам даже схему дал. Схему безопасности. Куда идти и что, и кого стрелять. Мы точно туда отправимся. Мы точно отправимся в этот небоскреб. Успели. Семь патронов. Пополнили. Сейчас разберем по перезарядишь это. Неплохая идея. Мы что-то в деревяшку стреляем. Так, закрыто. Маневр блокирования. Так, молодцы. Вниз теперь. Да, мы их тупо всех перебьем. Так, бери пистолет. Промахнулись. А вот теперь нет. Быстрее. Вражеская атака. Да. Меня такое не интересует. Перемещение в опасную зону. Можно лучше еще сделать. Готовность Дельта. Да, на шестерку нужно нажать, на пятерку. Тревога. Посторонний на базе. Не, с такого расстояния ничего не получится. Хорошая идея. Маневр блокирования. Вот и убили. А у меня со здоровьем все нормально. Все, давайте ниже. Так, нам вниз нужно? Или в эту дверь тоже можно зайти? Самый лучший фильм это «Батч Кэссиди» и «Санданс Кид». Как он там выходит в конце?
Не слышал никогда. Тревога! Всех перебьем, короче. Я перебью всех. Нормально. Это мы на самый... В самый ход подошли, да? Так, давай сначала тут разберемся. И ни хрена себе, тут вас много. На, выходите. Ау. Нет, это и плохая идея какая-то. Попробуй гранатометом. Во. Теперь я понимаю. Еще один где-то вылезает. В ступеньку стреляю. О, блин. Перестань. В голову стреляю, ни хрена не получается. Ну, молодец, с одного выстрела. Так, неплохо, плохо. Слушай, давай гранату возьмешь. Окей, тогда подальше. Можешь гранату. Во, молодцы. Ай, блин, еще что-то стреляет. А не, она... Как и все дурачки какие-то. Ладно, окей, эту дверь мы... Проверили. Это у нас тоже закрыто. Здесь у нас гранатометчик был. Тут у нас все закрыто. Так, а здесь ты выйти не сможешь, да? Не хочешь, по крайней мере. Не самый... Нам вниз нужно, лучше в подвал. Это Батч Кэссиди и Санденс Кит. Как он там выходит в конце? Не слышал никогда. Нет? Тогда эти поновее. Обычные подозреваемые. Где Стейси выходит из участка и перестает хромать. Или этот, Семь, когда там Брэд Питт видит эту коробку окровавленную с головой. А, понял. Вот в нашествии поганых зомби из космоса было круто. Когда он в крови захлебнулся. И что я с тобой вожусь? Сам иногда удивляюсь. Ох, любители кино. Не понял. Слышал никогда. Нет, тогда эти поновее. Обычные подозреваемые.
Я что-то не успел выстрелить, что ли? Так, просто гранату кинь. Нет, пока эти поновее. Окей. Нет, пока эти поновее. Обычные подозреваемые. Где Стейси выходит из участка? Что? Слышал никогда. Мне лучше гранаты. Нет, пока эти поновее. Простые гранаты лучше кидать. Подозреваемые. Где Стейси? Стой, что за... Выжили. Так, обоих убил. Любителей трешовых фильмов. А они кто такие-то? Не успели. Нормально тут разбирают. Башка голая. Во, молодцы. Ну и как ты поставил? Лично я убраться его смогу. Вот и все. Поставил там гранату. Мин, точнее. Так, там мы уже были. Мы от этого пришли уже. Мы круг сделали. Все, закончили мы игру. Почти. Точнее, серию мы закончили. Как играть в монополию мы будем уже в следующей серии. 3 года мне снилось. 3 года мне снилась месть. 3 года кошмаров, где я подхожу к вплотную, а затем все рушится. И... Ты все еще в подвале бегаешь, да? Ладно, окей, закончили. Бегать по этому зданию мы будем уже в следующей серии. И скорее всего потом мы как-нибудь пойдем на штаб-квартиру Acer Corporation. Просто взять и убить эту бабульку. Все. Закончили. С вами был Виктор. Всем пока.